на перекрестке древних торговых путей и современных транспортных коридоров, где приграничное положение служит экономическому развитию, а отношения с соседями взаимовыгодным передовым проектом здесь, среди заповедных природных парков, быстрых рек и голубых озер, расположилась Гродненская область. Гродненский край – это территория уникальных возможностей и комфортного делового климата. Высокоразвитый агропромышленный комплекс – своеобразный бренд Гродненщины. Мы производим тысячи товаров, развивая наши предприятия, обновляя технологии и создавая новые рабочие места. Сегодня в области активно развивается деревообработка, стройиндустрия, переработка сельскохозяйственной продукции. Проект строительства атомной электростанции в Островце даст еще один толчок развития сразу всему региону. В области делается очень многое для того, чтобы инвестиционный климат Гродненщины стал наиболее привлекательным. Только за последние 3 года в экономику региона инвестировано более 7 миллиардов долларов США. Инвестиционный потенциал Гродненщины расширяется международным транспортным коридором. В ближайшие годы он должен связать Европейский Союз и Китайскую Народную Республику. Возрождаемый Великий Шелковый Путь станет не только самой короткой дорогой между Азией и Европой, но и позволит переключить часть азиатско-европейского потока на территорию Белоруссии. И в ответ мы активно ведем работу по поиску инвестиций в строительство логистических центров и инвестируем в развитие и оптимизацию дорожной сети. Развивая гродненскую экономику, мы осознаем, что не просто унаследовали нашу землю от своих предков, но многое берем взаймы у наших будущих поколений. В области имеется необходимая инфраструктура развития и созданы инструменты для поддержки инвестиционных проектов. Мы сумели благодарно принять нашу землю в наследство. Нам хватит воли и терпения его приумножить и передать потомкам. Любовь к своему краю вдохновляет нас на продуктивную работу, а открытость и гостеприимность к взаимовыгодным проектам. Ждем вас для того, чтобы инвестиции превращать в прибыль.